Девочки, всем привет! Добро пожаловать в новое видео! И, конечно же, это будет очередная порция из Massimo Dutti. Мне кажется, что я в этом магазине вам показала все, примерила все, но все же захожу сюда и нахожу новинки. Вот эти сумочки-клатчи, это точно новинка, я не видела их. И это не просто Massimo Dutti, а это Massimo Dutti Studio. Это раньше был Утерк. Стоит такая сумка-клатч 169 евро. И очень она привлекательна и выглядит по-вечернему. Здесь еще 100% кашемир, всякие свитерочки, очень теплые и мягкие. И вот такой свитерок тоже теплый. Он черный, вроде бы обычный, но вот с такой юбкой в пайетках. Тоже черная, короткая, отличный образ будет на Новый год. Знаю, сейчас в магазинах очень много вещей новогодних, потому что скоро праздники, поэтому... Все привезли праздничные коллекции, но вы всегда в этих магазинах можете найти и обычную одежду на каждый день, если что-то ищете для себя. Я нахожу для себя всегда что-то очень красивое в Massimo Dutti, и мне больше и больше начинает нравиться этот бренд. Вот они, классные мюли такие черные. Это, конечно же, кожа, стоит они 89,95 и... Как всегда, это что-то необычное в Massimo Dutti, такой маленький каблучок и носик металлический. Вот еще такие клатчики, они поменьше размером, но тоже это кожа и черный цвет, и тоже, я думаю, стоят немало. Еще вот такие сапоги за 169 евро я увидела, они из такой лаковой кожи, и такое впечатление, что это сапоги дождевые. Очень интересный такой. Очень интересно и необычно. Еще клатчики. Это уже такая золото. И вот такие брюки. Они классические, черные, атласные. И, конечно же, мне кажется, они праздничные. Стоят 69,95. Очень классные. И еще вот такое платье в черном цвете. Очень много черного цвета. Такое вечернее все. Платье с разрезом и с перьями. Конечно же, это про торжество. Мне нравятся перья, но они лучше всего смотрятся. И лучше всего, когда эти перья снимаются, для того, чтобы аккуратно почистить или постирать вещи, чтобы эти перья не повредить. Есть и вот такая на втором этаже обычная коллекция, не новогодняя, без перьев и без пайеток. Как всегда, в Massimo Dutti их цвета любимые: черный, белый, молочный, беж, шоколадный. И, конечно же, есть у них и вкрапления красок ярких. Еще одни вот такие клатчи мне понравились. Именно вот этот шоколадный и черный тоже красиво смотрится. Они такие элегантные. И внутри еще есть длинная цепочка. Тоже это смотрится супер красиво. Стоит 99,95. И вы видите эту цепочку внутри. Много интересных я увидела сегодня вещей в Massimo Dutti. Одна из них вот эта жилетка. Это натуральный пух. Тоже теплая, только без рукавов. Стоит 79,95. Классная жилетка. И мне еще понравилась вот эта застежка. Этот карабин сверху. Это смотрится классно. И еще одна сумка. Не знаю, почему сегодня меня подтянуло на сумочки в Massimo Dutti. Я редко на них смотрю, но сегодня они привлекли мое внимание. Вот эта малышка вроде бы кожаная, ничего такого, но она тоже классненькая. Это я, мой образ сегодня. У меня была съемка небольшая, поэтому сегодня я так выгляжу. Взяла эту жилетку посмотреть, как она будет смотреться. Классная, теплая, без рукавов. Для Майорки это отлично, потому что здесь не всегда так холодно, чтобы носить именно пуховики такие толстые, теплые. Стоит 79,95. Это размер S, и она мне понравилась очень, потому что легкая такая жилеточка, всегда красиво. Взял, накинул на себя быстренько и тепло. И аккуратно все смотрится. Черный цвет тоже подо все подойдет. Мне она понравилась. Есть и карманчики. Не очень она длинная. Обычная длина. Мне понравилась. Еще взяла такую кожаную юбку. Обычная короткая кожаная юбка. Мне немного она велика. И акцент
у этой юбки это вот такой ремешок с золотом. Видите, это размер S, он немного мне велик. Нужно брать, оказывается, XS. Но всегда я не попадаю с размерами. Тоже классная юбочка. Просто это кожа, и она слишком, мне кажется, дорогая для юбки из кожи. И, если честно, я не очень часто ношу юбки, платья, поэтому юбка не для меня. Взяла просто так посмотреть и вам показать. Юбка с жилеткой, ну, смотрится так себе. Жилет более такой спортивный, юбка такая более классическая. В зале увидела вот этот, это пальто кожаное, стеганое пальто с пояском. Смотрится отлично, это еще и натуральная кожа, смотрится так достойно, красиво. Просто я взяла большой размер, и поэтому немного на меня смотрится великовато. Но если взять размер именно мой, будет смотреться отлично. Он и так смотрится, и для любителей оверсайз это вообще идеально. И стоит 499 евро, это был размер M. И вот еще одну вещь я взяла с собой в примерочную. Это жакет, тоже в черном цвете, и это тоже кожа. Да, знаю, сегодня много кожи и много черного цвета, но, наверное, у меня такое настроение. Классный жакет, смотрится необычно для меня, но мне нравится. Такой длинненький, это размер M. Но все же можно было взять ES-ку, мне кажется, но M-ка тоже смотрится ничего. Вроде бы жакет, но смотрится не классически, потому что это кожа, естественно. Это дерзко, мне кажется, и красиво. Мне очень приятно, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Не забывайте про лайки, подписаться на канал. Ну, я показываю, сколько стоит этот жакет, и будем с вами прощаться. Сделан он в Индии. Это, конечно же, натуральная кожа. И стоит он 249 евро, на мне размеры. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.